Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику тех активов, которыми мы торгуем. Первая сессия недели, и настроение позитивное, безусловно, зашкаливает, потому что риск стал еще дешевле. Доллар в преддверии итогов двухдневного заседания американского регулятора, который, кстати, стартует сегодня, также начинает сбавлять темпы роста. Я надеюсь, что против японской иены, то есть против того актива, против которого мы рассматриваем доллар, наша идея отработает, и доллар станет впоследствии дешевле. Напоминаю, что по доллару иене есть, ну, наверное, амбициозное ожидание того, что эта пара может потерять больше 100-150 пунктов, если риторика Федрезерва в эту среду будет соответствовать тем ожиданиям, которые сейчас на рынке транслируются. Мы, конечно же, об этом еще поговорим, и уж тем более в четверг будем подводить итоги, я надеюсь, насыщенного дня и, собственно, по фундаменту, по решению, поскольку кто-то считает, и я отчасти разделяю позицию, что для доллара на этой неделе может начаться совершенно новый период его истории, период затяжного ослабления. Это, в принципе, полностью соответствует тем планам, которые обозначает уже довольно-таки давно президент США Дональд Трамп, считает, что именно дорогая валюта сейчас является главным тормозом американской экономики. Ну ладно, к доллару мы еще перейдем. Давайте поговорим про рынок нефти, который в этот раз также движется в том направлении, которое нам нужно. Это пока что не $65 за баррель, но фактически мы ближе к этой планке. 64 на данный момент, 63.94, если уж быть совсем точными. Я по-прежнему акцентирую ваше внимание, друзья, на том, что у нас есть много поводов рассчитывать на то, что инициативу должны перехватить именно покупатели. Во-первых, это и данные по запасам нефти, нефтепродуктов. Мы сегодня ждем отчет от Американского института нефти. Помним, что на прошлой неделе данные от АПИ очень сильно коррелировали с официальным отчетом от Минэнерго США. Допускаю, что ситуация может повториться. Самое главное, чтобы в этот раз покупатели правильно и логично отработали статистику по снижению запасов. Есть высокая вероятность, и по прогнозам, скорее всего, мы снова увидим снижение запасов нефти и дистиллятов и бензина. И впоследствии нас может, как покупатели, поддержать еще один новостной фон, связанный с продолжением периода снижения темпов нефтедобычи в Штатах. Я обращаю ваше внимание, друзья, также еще и на события на Ближнем Востоке. Иран вчера впервые связал захват британского судна, о котором мы говорили на прошлой неделе, с ядерной сделкой, назвав ее абсолютно несправедливой. И также есть новости о том, что очень скоро начнутся совместные учения Ирана и России в Индийском океане. Это как следствие, опять же, роста напряженности, связанной с присутствием танкеров в Ормузском проливе. Ну, в общем, будем следить за этим новостным фоном, потому что мне почему-то кажется, к Ближнему Востоку мы еще не раз вернемся с точки зрения того, что этот фон будет еще оказывать то поддерживающее воздействие, которое, наверное, должен оказывать. Ну и повторяюсь, друзья, что, конечно же, сейчас, если нефть в вашем арсенале торговых инструментов, вы должны, наверное, с еще большим интересом ждать, ну или как минимум с не меньшим интересом, чем трейдеры по доллару, ждать итоги двухдневного заседания, потому что, как и ожидается, ФРС снизит процентную ставку. Если доллар отреагирует на это решение снижением, нефть также пойдет вверх, то есть получит еще один повод и фактор роста. Поэтому повторяю лишь то, что длинные позиции, ну, лично для меня, они остаются в приоритете. Будем следить за тем, как эти сделки отработаются на финансовых рынках. Доллар-иена 108.58. Вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку, превышает 90%. Я думаю, что можно сказать, что
наверное, эта вероятность уже фактически составляет 100%, потому что даже скептики абсолютно уверены в том, что ставка будет снижена. Единственный вопрос, на сколько. Я думаю, что на 25 базисных пунктов это 100%. В пользу такого решения выступает и бывшая глава Федрезерва Джанет Йеллен, и, безусловно, Дональд Трамп, который, как всем известно, давно уже критикует ФРС в его бездействии, считает, что политика американского регулятора, которая ранее предполагала ужесточение режима, создала большое количество трудностей для экономического роста и фактически лишила американских производителей конкурентных преимуществ. И сейчас Трамп, будем считать, что он тоже повлиял на смену риторики ФРС, наконец-таки, скорее всего, получит то, что нужно. И Трамп в ходе вчерашнего выступления подчеркнул, что одного снижения процентной ставки будет недостаточно. И он продолжит лоббировать идею, если нужно усиливать давление на американский регулятор, хотя бы вербальное такое, словесное, чтобы те были более, скажем, активными в плане задействия новых стимулов, экономического стимулирования, поддержки экономики, и вот двигались в этом новом тренде снижения процентных ставок. Поэтому и такая позиция полностью соотносится с идеей того, что доллар, скорее всего, вступает в эпоху затяжного фундаментального ослабления. Напоминаю, друзья, что идею слабого доллара мы сейчас отыгрываем только против иены, потому что касательно прочих рисковых активов, там совершенно другой фон национального уже характера. Тоже ожидание определенного рода смягчения экономической политики, только, на мой взгляд, куда более агрессивного, чем то, на которое пойдет ФРС. Поэтому предлагаю перейти к евро 1.1137, то, что европейская валюта немного восстановилась, это ничего не значит, это обычная техническая коррекция. Евро, по-моему, уже точно указал, что будет терять позиции против доллара. Европейская валюта резонирует от риторики Драги, которая, как вы помните, анонсировала снижение процентной ставки и перезапуск программы количественного смягчения. Мы также можем сюда против евро добавить фон усиления политической напряженности, экономической или даже торговой, поскольку Эммануэль Макрон, президент Франции, ввел и подписала, скажем так, закон о цифровом налоге, в ответ на который Трамп пригрозил ввести повышенные тарифы и определенного рода дополнительные ограничения на поставки французского вина и прочих европейских продуктов. Это, друзья, только начало. Дальше мы, думаю, все чаще и чаще будем возвращаться к теме конфронтации торговой между Евросоюзом и, соответственно, США. Это еще больше ударит по позициям главного валютного риска. Фунт против доллара – это герой, безусловно, последних дней, и уж этой недели точно. Я думаю, что бы не произошло дальше, все равно, наверное, конкурировать с тем, что по динамике показал доллар, не сможет ни один другой актив. Даже с учетом того, что если ФРС снизит ставку на 50 базисных пунктов, таких потерь по доллару мы точно не увидим. 270 или практически 300 пунктов, друзья, за первые два торговых дня. Сейчас котировки 1.2128, но допускаю, что ситуация могла измениться. И надеюсь, вы понимаете, что если фунт так сильно валится, значит, есть новости относительно Брекзита. Правда, эти новости не какое-то откровение, я об этом говорил. С учетом нового премьерства в Англии Бориса Джонсона, вероятность жесткого Брекзита существенно возросла. И вчера снова акцент на эту тему вот спровоцировал такую агрессивную распродажу фунта, потому что Джонсон фактически ускорил процесс подготовки к жесткому Брекзиту, инициировал создание там нескольких комитетов, которые будут прорабатывать вопросы фактически неизбежного этого сценария. И он также сообщил о том, что из того плана, который обсуждался, из сделки между Евросоюзом и Англией, нужно убрать такое понятие, как бэкстоп. Это прозрачная граница юга и севера Ирландии. Это обязательное условие Европейского Союза, безусловно, напрягся ЕС, потому что, казалось, для них это абсолютно незыблемый, скажем, пункт, который никуда не денется из этого соглашения. Ну вот, новый премьер-министр, отчасти новые
правила и, соответственно, возможность для нас наконец-таки получить ту динамику, на которую мы настраивались. Поэтому, друзья, впереди 1.20. Я вам говорил, то, что фунт будет под серьезным давлением. Надеюсь, то, что вы прислушались к моей рекомендации. Доллар-канадец 1.3172. Мы тоже сейчас вот-вот протестируем сопротивление 1.32. Я думаю, будем закрепляться выше. Австралиец против доллара все ниже и ниже. Новозеландец тоже падает. Золото на фоне того, что мы возвращаемся к Ближнему Востоку и также ждем снижения доллара, начинает понемногу расти. 1425 долларов за тройскую унцию. Наверное, протестируем очень скоро снова повторно сопротивление 1450. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.